Ильдуса Наилю Гамбаровичу Магдиеву. В этом году по решению нашего президента Рустама Ильича Миниханова выделены серьезные значительные средства на ремонт проспекта Дружбы народов в Сим-Вике. Могу сказать, что со времен строительства города Набережные Челны, Рустам Ильич, здесь капитального серьезного ремонта на этой дороге протяженностью 7,5 километров туда, 7,5 километров обратно не происходило. Поэтому сегодня знаковое событие в нашем городе, и я, дорогие друзья, с удовольствием хотел бы предоставить слово Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Основным связующим звеном и то, что вот мы два года подряд сегодня системно ведем работу по приведению в порядок дорожно-транспортной сети. Работа еще не завершается. По программе «Моногор» мы приступили к реконструкции дорог в промышленной зоне. Я думаю, что на следующий год мы постараемся учесть ваши потребности. Ну и то, что подрядчик тоже, «Комдорстрой» ваш, это очень приятно. Я всех вас поздравляю с хорошей погодой, хорошей дорогой, с хорошим настроением. Посмотрели, как восстанавливается футбольная площадка КАМАЗ, где очень много детей. И сегодня, можно сказать, там тоже очень большие красивые достижения. Ну и парки, которые сейчас появились в городе, все это во благо тех людей, которые живут.